Всем привет! С вами Артур, и сегодня у нас в ремонте Subaru SV. Будем делать кузов. Итак, что у нас есть? Крыша помята, крылья помяты, капот тоже. Значит, это будем. Капот и крышу буду менять, крылья тоже буду менять. Так. Две двери левой стороны тоже помяты. Клиент изъявил желание поменять. Крыло левое заднее буду равнять. Крышку тоже отравняем. Ну а это сторона более-менее здорова. Итак, начинаю ремонт. Первым делом разбираю. Вырезаю стекла, разбираю салон, снимаю панель. И начинаю с ней работать. Но сначала я измеряю диагонали, чтобы выяснить, что куда толкать, что куда тянуть. И затем приступаю к растяжке кузова. Не кузова, а крыши в основном. Итак, передний проем толкаю вправо. Ну а задний проем лево. То есть вот такой получается перекос. Постукиваю заломы, которые в это время выходят. Ну и добиваюсь более-менее нормальных размеров. Все равно металл деформирован. Идеально вытянуть не получится. Ну и поэтому сколько можно, столько и расталкиваю. Ну вот, все вроде бы нормально. Еще раз измеряю. Когда отпустил домкраты, размеры как бы на месте. И начинаю отрезать крышу. Ну вот, поставил метки, где будут резы, размеры от точки до точки. И вот, видите, изнутри буду вырезать вот такие куски, чтобы потом можно было проварить внутренние металлы, там, где будет рез. И потом обратно этот кусок буду вставлять. То есть на каждой стойке вырезаю куски. Ну а на задней стойке буду вырезать чуть побольше. Ну вот, как видите, кусочки эти вырезаны. И теперь можно крышу сделать чик. И крыши нету. Ну вот, как видите, крыша обрезана, и есть подход для проварки внутренних усилений. Это крыло вместе сварки я потом чуть-чуть подровняю. Ну вот, есть крыша от донора. Сейчас ее не нужно будет тоже подготовить. Так же, как и крышу, которую срезал. Куски, которые я вырезал, служат метками. Ну и вот крыша готова к примерке. Примеряю крышу, где надо, подрезаю и затем прихватываю на пару точек сварочных и примеряю двери. Сначала прикручу двери с левой стороны, проверяю
все зазоры, как бы одинаковые. Затем правая сторона. И если все нормально, приступаю к сварке. Ну вот, обвариваю стойки. Некоторые металлы будут приварены позже. Ну и для убедительности еще раз промеряю размеры. Если все нормально, то продолжаю делать кузов дальше. Зазоры все, размеры точнее, все хорошие. И теперь приступаю к ремонту заднего крыла.
Так, крышу, крыло я сделал. Остальной ремонт, смотрите, во второй части. Подписывайтесь на мои видео. Продолжение следует. С вами был Артур. До встречи. Пока.